На своем пути ты встретишь три категории людей. Тех, кто поменяет твою жизнь, тех, кто попытается ее сломать, и тех, кто станет твоей жизнью. Жизнь – серия естественных и спонтанных изменений. Не сопротивляйся им, это не приведет ни к чему хорошему. Позволь действительности быть действительностью. Позволь всему течь своим чередом. Время – золото. Но никакого золота тебе не хватит, чтобы купить время. Имейте терпение. Пусть грязь осядет и вода станет чистой. Тогда правильные действия станут напрашиваться сами собой. Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства. Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков. Кто знает, не говорит. Кто говорит, не знает. Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной. Кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. Ты сказал, я поверил. Ты повторил, я засомневался. Ты стал настаивать, и я понял, что ты лжешь. Если вы находитесь в депрессии, значит, вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит, вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит, вы живете настоящим. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Я всегда могу возвыситься над оскорбившими меня, простив их. Когда вы поймете, что вам не на что жаловаться, вам будет принадлежать весь мир. Между тобой и другим человеком всегда ровно 10 шагов. Если ты прошел свои 5, и тебя никто не встретил, разворачивайся и уходи. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующий подходящий момент – сегодня. Кто одинаково принимает и конец, и начало, освобождается от неуспеха в делах. Лучший запор тот, что не имеет замка, и его невозможно взломать. Лучшие узы те, что не удерживаются ничем, и их нельзя разрубить. Поднимаясь в гору, не бей ногами тех, кого обойдешь по пути. Ты их еще встретишь, когда будешь спускаться. Тот, кто не выносит мелких проблем, никогда не завершит ничего великого. Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках. Мудрый смело исправляет свои ошибки, а глупый боится признать недостатки. Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Путешествие длиною в 1000 ли начинается с первого шага. Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Если в вашей душе злость, вами управляют. Если пустота, вы свободны. Не бойся отпустить меньшее, чтобы получить большее. Отпустите, и все получится. Мир побеждают те, кто позволяет ему быть. Если вы пытаетесь изменить мир,
он останется непобедимым. Вами управляет тот, кто вас злит. Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Жизнь коротка, и поэтому не следует терять времени. Нужно наслаждаться ею